Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Infinix Smart 7. Сейчас я покажу вам, как поменять обои данного устройства. Итак, для этого мы проводим двумя пальцами по экрану, сводим два пальца по экрану на экране и выбираем обои. И теперь мы можем выбрать обои, которые тут у нас предустановлены. Можем выбрать обои, какую-нибудь картинку из галереи. Можем выбрать живые обои. В общем, выбираем что-нибудь, нажимаем «Применить» и выбираем, на какой экран хотим установить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.